Это не цирк. В Твери прошел чемпионат области по спортивной акробатике. Три дня юноши и девушки из столицы Верхневолжья и Торжка состязали в своем мастерстве и срывали аплодисменты зрителей и гостей. Первое – это у нас идет балансовое упражнение, второе – упражнение вольтижное, третье – это финальное комбинированное упражнение. В программе были выступления мужских, женских и смешанных пар, а также женских и мужских групп. И везде очень важно чувство локтя, доведенное до совершенства взаимодействия с партнером. Для того, чтобы хорошо выступать, нужны отношения в паре именно какие. Если, соответственно, будут плохие отношения, то будем плохо выступать. Неужели вы никогда не ссоритесь, как вот вы отношения поддерживаете? Ну, иногда бывает, но стараемся контролировать, чтобы все было. У тверитян Никиты Мешковой и Дарины Крючковой действительно все хорошо. Они стали чемпионами области среди смешанных пар. Среди женских дуэтов по программе мастеров спорта вне конкуренции оказались тверитянки Анастасии Булатовой и Анна Низамова. В последний день они выступили практически безупречно и получили высокие оценки жюри. Интересно, тут друзья, тут, не знаю, тут наша жизнь. Это красивый вид спорта, элементы, адреналин вырабатывается, ну и без спорта мы не можем. Одно из самых интересных на этом чемпионате получилось соперничество мужских групп, где впервые за многие годы конкуренцию хозяевам ковра составили представители Торжка. Именно этот квартет стал главным открытием соревнований. На сегодняшний момент, мне кажется, это четверка города Торжка, которые никогда не выставлялись в этом виде программы. И сейчас они выступают, и довольно-таки неплохо. Так что соперники растут в Торжке. Растут и доросли уже до золота региональной пробы. Последний решающий день чемпионата представители Торжка Евгений Петров, Владимир Марыч, Евгений Горюшин и Александр Синицын выступили блестяще, заслужив десятку от судей и заняли первое место. Вместе с наградами чемпионы и призер области по спортивной акробатике получили право выступить теперь на всероссийских турнирах Кубок Золотого и Кубок Нечерноземья, которые пройдут в Тверском спорткомплексе «Планета» в начале мая.